Після фіналу міжнародного телепроекту «Битва екстрасенсів» харків'янка, одна з п'ятірки кращих 18-го сезону, Олександра Сейраш, зустрілася з журналістами на питання, чому знову Харків. Тут родина, батьки та рідні, що може бути краще, ділиться Олександра. Після виходу в ефір «Битви екстрасенсів» сторінки соцмереж дівчини заполонили листи. По-моєму, мені в соцсетях не написали тільки покійні родственники по понятним причинам, а так мене понаходили, починаючи від тих, хто зі мною в садику учився, закінчивая вообще дуже дальними знайомими. І з одної сторони, це безумовно приємно, з іншої сторони, це відкриває елементарне чоловічеське лицемір'я, але людей невероятне кількість почало писати, дуже багато, як якихось позитивних моментов, да, так и в принципе всплывали негативные, потому что, ну, я не 100-долларовая купюра, чтобы всем нравиться, поэтому как-то, но, скажем так, позитивных отзывов, да, было гораздо больше, и очень приятно, когда, если кто-то в комментариях пишет, на, не хороший комментарий в мой адрес, я даже не успеваю отвечать, потому что за это делает вот публика, которая, да, вот смотрит на меня, которой я нравлюсь, там уже сразу закидывает горой сообщения о том, как ты посмел написать что-то Александре нехорошее, она прекрасный человек и так далее. То есть это очень приятно. Писем невероятное количество до сих пор. То есть буквально за ночь я могу зайти в Facebook, увидеть там 30-40 непрочитанных сообщений, которые вот успели мне набежать. Instagram, в социальные сети, то есть невероятное количество. Есть те, которые просят о помощи, да, то есть соответственно. Есть те, которые просто фанаты и разговаривают со мной. Есть какие-то начинающие практики, которые советуются, что лучше почитать, куда лучше поехать, как попасть именно, да, там, в ученики, и вот это вот все, то есть вот много таких моментов, и вот как-то такая аудитория. Есть просто те, которые пишут мне стихи, рисуют картины, делают арты, вот, просто потому что я вот есть, вот такой есть момент фанатов именно. Я максимально стараюсь отвечать всем, ну, вот действительно, то есть даже там на банальное «привет, как дела?» я всегда пытаюсь ответить «да, все хорошо», то есть, ну, конечно, иногда на этом уходит очень много времени, но я всегда стараюсь поддерживать обратную связь. Свої надможливості дівчина отримала від діда. Ще маленько він вчив її працювати силами природи та вчив травництву. Олександра не приховує, що коріння її роду уходить далеко назад. Серед предків були навіть грузинські мольфари. Має вищу педагогічну освіту з філософії, з нахилом до редактури, що й виправдовує бажання дівчини стати в майбутньому журналістом. Займалася у театральній студії, плела з лоздику, Ковшики, мріяла бути актрисою, але це все виявилося не її. Момент, когда у тебя просыпается сила, он тобой не подконтрольный. И хочешь ты этого или нет, это приходит, и тебе нужно это делать. У тебя вся вселенная будет ставить тебя в те рамки, в которых тебе нужно это делать. То есть мало того, что у меня были определенные деструктивные взаимоотношения с молодым человеком, с которым как бы после разошлись, это был определенный тоже стресс, да, и познание себя, и делание каких-то выводов. Очень сильно перевернула жизнь рождения ребенка, то есть это определенный энергетический всплеск, после чего, в принципе, все открылось. И вот в какой-то день я просто поняла, что я не могу по-другому мыслить и жить по-другому, я тоже не могу. То есть это просто вот случилось в один какой-то определенный момент, который я даже не отслежу сейчас. Взяти участь у битве экстрасенсов девчина вырешила бы заявить про то, что может. Получить какую-то определенную огласку тому, что я делаю, потому что я популяризирую язычество, потому что мы боремся за то, чтобы это было как бы вполне нормально и воспринималось людьми абсолютно нормально, чтобы люди не видели в этом что-то ужасное и как бы такое, скажем, антихристианское в плохом смысле. То есть и хочется это популяризировать, хочется донести этот адекватный момент того, что никто не бегает, не жгет церкви там и так далее. То есть не занимается ничем подобным, что мы просто выезжаем в лес и отмечаем свои праздники. И ради этого, вот ради того, чтобы заявить о своей культуре, о своей вере, я вот поехала на битву. Плюс приобрела там, конечно, колоссальный опыт, как момента, собственно, силы, да, и так далее, проявления и ситуации, в которые ты попадаешь. Потому что какие-то индивидуальные вопросы с людьми при помощи не решаются совершенно по-другому. Здесь есть некие загадки, здесь есть некие вот такие моменты, которым нужно максимально на полную выложиться. И это очень хорошая для себя тренировка. Ты понимаешь, на что ты способен и насколько экстремально ты можешь мыслить. Вот, потому что сидеть с картами, либо же с рунами, или с тем же барабаном в уютной комнате разговаривать с человеком тет-а-тет, или все-таки, когда много народу, и ты либо подвешен, либо у тебя вот
целая группа людей, и тебе нужно о чем-то говорить. Для меня сложнее всего на битве было отсутствие меня дома, вот отсутствие меня с семьей. Это было очень тяжело на самом деле, потому что я не видела 5 месяцев дочь, я не видела мужа, и это вот на расстоянии, это проблематично. То есть конкуренция на самом деле у нас был максимально человеческий, максимально приятный сезон, да, максимально приятные люди собрались вокруг, каждый просто делал то, что мог, и никому не вредил в процессе, то есть просто каждый шел своим определенным чередом, и все максимально пытались выложиться именно на съемки, да, именно на испытания, но никаким образом при этом не на моменте того, чтобы делать друг другу какие-то гадости. До слова, Олександра Сейра ж заснувала Харківське товариство язичників, яке існує вже більше 5 років. Дівчина також входить до складу гурту язичників Слобожанщини. Організаційні зібрання на природі найчастіше проводять у календарні свята. Так получилось, что Ивана Купала, это по новому календарю, вот тот же прекрасный праздник Лита, который был с 21 на 23 вот, июня, собственно. И то есть для нас мы этот праздник уже отметили, вот именно в пик солнцестояния. То есть Ивана Купала – это уже скорее более осовремененный вариант привычного славянского праздника, который был вот, и отмечался он именно на солнцестоянии. И в основном большинство именно язычников, они отмечают как раз вот в 20-х числах, потому что в пик космического, астрономического явления, да, то есть они вот календарного. Поэтому я обычно именно Ивана Купала с 6 на 7, а мы как-то обычно не празднуем, мы празднуем его раньше. Следующий из таких праздников – это Лугнасад, либо Жиламас, он 1 августа проводится, и это праздник первого урожая. Вот. И вот отмечать будем с колосьями, с кукурузой, праздник первого урожая, чтобы был достаток и так далее и тому подобное. И надія, загадковий фах не обходиться і без жартів. На той неделе, короче, заехали очень забавные мужчины, значит, салтовки такие интересные. Зашли, просто заехали совершенно случайно. Вот, достаточно веселый, абсолютно не имеющий вообще никакого отношения к практике, ни к чему. А это как раз на той неделе, когда собирался вот дождь, были грозы, были дожди, и уже такие тучки там собирается все, и настолько парит, настолько душно. Я своей ученице, которая у меня здесь бармен, говорю, что, мол, Алиса, я сейчас возьму бубен, пойду, и сделаю так, чтобы наконец-то пошел дождь, потому что просто дышать невозможно вообще. Вот, и дядьки же оживились, в смысле, шел, как? Будем призывать дождь, все дела. Я выхожу на улицу, выхожу с бубном, а есть такая интересная специфика, ну, называется ритм дождя, то есть там... То есть выстукивается определенный ритм, да, то есть я выхожу на улицу, людей все равно нету, мне как-то абсолютно без разницы, я же в небо тарахчу этот ритм, повыбегали же эти мужики с телефонами, говорит, мы вызываем или призываем дождь, как правильно, говорю, да, как угодно, говорю, можно как вызываем дождь, вот, и я доигрываю уже финальный ритм, делаешь последний финальный аккорд такой, прямо такой бам, то есть на весь этот, на всю улицу, и в этот момент гром и молния, дядьки с этими телефонами, блин, говорит, круто, гром, мол. Проходит буквально минут 5-7, и начинается именно ливень такой, наконец-то, порядочный ливень. И вот эти вот мужики опять с телефоном, ребята, а дождь-то пошел, говорит, дождь пошел, сработало. Зараз більшу частину свого часу Олександра Сейра ж проводить у власному таро-бар «Міднайт» в Харкові. Желания в Киеве остаться в принципе не было, потому что город Киев мне не нравится, вот откровенно. Абсолютно не импонирует никак, это хаос, это беготня, это очень сильно сбивающий ритм, и это абсолютно, ну вот, не то место, которое мне было бы комфортно для моей жизни. И никогда не было ни мысли, ни желания, ничего оставаться в Киеве. Вот никогда даже мечты подобной не было. Харьков я люблю как город, в Харькове я родилась, и Харьков – это вот прямо то место комфортное, уютное, в котором мне всегда комфортно, удобно, вот прям город, в котором хочется жить, и никуда с него не хочется уезжать. Своє дітище облаштували з чоловіка власного. Тут і дерево, посеред залу різноманітні мотанки, стелю ж вкриває трава. Обереги на полицях, черепа-горщики для квітів. Задумуються навіть привезти справжні черепи з США з усіма супроводжуючими документами. Інтер'єр постійно обновлюють то цікавими речами, то подарунками людей, яким вже допомогла Олександра. А на
Анастасія Почерніна, Вадим Макарюк, Анна Черненко. Вісті.